Sonic Boom. От меня не уйдешь, Эгхед! Эггмен! Ты знаешь, что меня зовут доктор Эггмен! Ты специально! О чем ты, Эгхед? Все закончится здесь, дружище. Сейчас тебя уничтожит Огнебот! Неужели? Он что, сожжет меня из огнемета? Огнемета? Нет. О, кислота? Ручная граната? Нет, у него есть клешни! Смертоносный клешни! Тогда стоило назвать его Клешнебот, или Измельчитель, или Щипкотрон 9000, но Огнебот — это лживая реклама! Это мой робот Соник! Огнебот, вперед! Синий лидер! Это желтое небо! Вижу Огнебота! Он приближается, прием! Спасибо, Тейлз! Приготовься к сюрпризу с канатом! Вставай! Катапультируйся, Тейлз! Давай! Тейлз, нет! Мы вернемся, Соник! А ты тяжелый, тебе не помешало бы сжечь пару калорий. Отдыхай, приятель. Я отнесу тебя домой. Обещаю, я не допущу, чтобы подобное повторилось вновь. Соник? Эй, друг, как самочувствие? Отлично, готов вернуться в строй. Да, насчет этого. У меня для тебя хорошие новости. С этого дня ты уходишь на пенсию. Как на пенсию? Да, теперь ты сможешь целыми днями играть в гольф и возиться с внуками. Но у меня нет внуков. Может, теперь появится? Поверь, так будет лучше. Увидимся, дружище. Минутку, что это было? Я уволил тебя. Ладно, я понял. Не смотри на меня так. Я сделал то, что должен был. Нужно лишь убедиться, что Тейлз не вернется к работе. Кастинг напарников? Буду рад всем профессионалам, лучше получат работу. Рекомендации обязательны. Можете в это поверить? Резюме и рекомендации очень важны. Особенно в этой сфере. Какой идиот захочет быть напарником Соника? Быть рядом с ним каждый день, наслаждаться дружбой и уважением. Ну уж точно не я. Если только... Дурацкая камера наблюдения. Привет, меня зовут Эми Роуз, и я хочу стать твоим напарником. Эми, я знаю, кто ты. Здорово, я не против поблажек. В графу «Особые навыки» запиши пение и жонглирование. Ау, когда святые маршируют, папа дошел! Следующий! Самая большая слабость. Вообще-то я довольно труслив. Ау, импровизация. Обожаю импровизировать. Я разносчик пиццы, который поет и жонглирует. Когда святые
Маршируем! Думаю, ты будешь отличным напарником. Нет, Наклз. Я ищу того, кто будет моим напарником. Мы подберем тебе новое имя. Может, Наклз-младший? Ладно. Последний вопрос. Что бы ты сделал в безвыходной ситуации? Когда я рядом, никакой безвыходной ситуации быть не может. Ха, а ты смышленый новичок. Да, так и есть. Но я не новичок. На самом деле, я никто иной, как... Тейлз! Ты не можешь быть моим напарником. Буду рад всем профессионалам. Лучший получит работу. Лучше меня не найти. Или ты что-то не договариваешь? Ладно, тебя ждет сложнейшее испытание. Привет! Эггмен! Что ты здесь делаешь? Меня зовут доктор Эггман. Я по поводу вакансии напарника. Что? Ты мой заклятый враг! Да, верно. Но я могу внести ценный вклад в твою организацию. Например, я доктор. Не врач, ученый, но тем не менее. Ты не можешь быть моим напарником. Буду рад всем профессионалам. Ладно, так и быть. Вы оба проходите на второй тур, но никто из вас не победит. Есть кто-то еще? Кстати, у вас есть парковка. Поздравляю! Ты кандидат номер 3. Ничего себе. Итак, быть моим напарником непросто. Сейчас я проверю вашу выносливость, силу и стойкость. Победит тот, кто... Вообще-то правильно, кому? Победит тот, кому удастся пройти все невообразимые испытания и принести мне красный флаг, который я установил на вершине опаснейшей горы под названием «Безопасная». Вообще-то... Вообще-то я в порядке! Что происходит? То, с чем я справлюсь! Вообще-то, я просто свернусь калачиком и усну. Давайся, Эггмен, эта работа будет моей! Я здесь не ради работы, болван! Я хочу избавиться от вас раз и навсегда! Тейлз, я не хотел тебя увонять. Я пытался защитить тебя. Подвергнув меня еще большей опасности. План не сработал, признаю. Эй, Соник! Последний сюрприз для тебя. Я учел твои пожелания и усовершенствовал Огнебота. Я не умею плавать! Тебя затягивает! Мне не хватает сил! За меня не волнуйся! Уходи скорей! Напарники так не поступают! Thank you.
вернусь с новым роботом! Дам ему подходящее имя, у него будут глаза лазеры и запас ветчины, злодейской ветчины. А насчет работы? Какой график-то? Ну, 7 дней в неделю, но у тебя будет свой самолет. Пусти меня! Ты обещал перезвонить! Наклз, в чем дело? Наклз младший не найден. Значит, тебе нужен? А я безумный разносчик пиццы. Я пою и жонглирую. Когда святые маршируют. Наклина! Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть». Sonic Boom. Кто там? Привет! Что тебе нужно? Во-первых, спасибо, что открыл в столь поздний час. Понимаю, я наверняка потревожил тебя. Ближе к делу, яйцеголовый. Ну, мне нужна твоя помощь. Тебе? Моя помощь? Да! Мое зловещее логово, высокотехнологичная крепость, колыбель всех коварных планов по устранению тебя и уничтожила буря. Я надеялся, что смогу пожить у вас пару дней, пока мои роботы занимаются восстановлением. Пожалуйста, не прогоняй меня, там жутко. Да, тебе не помешает крыша над головой. Иванна. Ну откуда мне знать? Вдруг ты нападешь на нас Тейлзом, пока мы спим? Клянусь, что не трону тебя и твоего друга, пока я здесь. Я даже оружие не взял. Хочешь, проверь? Нет, это лишнее. Я тебе верю. Значит, всего на пару дней, и только ты один? Только? Только Орбита и Кьюбит, а не моя семья. Ой. Эггман? Привет, ребята. Не знал, что вы придете так рано. Я все еще в злодейской пижамке. Сзади есть запасная дверца. Что он здесь делает? У нас перемирие. Тейлз разрешил ему пожить здесь немного. Я все еще жду свой бутерброд с лососиной. Уже несу. Я просил белки, а это желтки. Видишь, желтые? Я слежу за уровнем холестерина. А лосось выращенный на ферме? Я что, в тюрьме? Это явно какой-то зловещий план. Сначала он маскируется под соседа, а потом... бабах, появится очередной робот-сокрушитель, который уничтожит нас всех! Бежим скорее отсюда. Ребята, Эггману нужна помощь. Если откажем, чем мы лучше него? Да, ничем не лучше. Вы только представьте, каково ему. Тебе страшно? Ты чувствуешь себя одиноким? Заедаешь свое горе? Кто-нибудь уберите ее. Ребята, если Эггману негде жить, пусть остается. Кто знает, может, он не так уж и плох? Бой подушками! Бой подушками! Довольно! Хватит с меня Эггмана! Надоело, пусть уходит! Ты не можешь просто выкинуть его на улицу. Да, сосед из него не самый лучший, но это результат вашего к нему отношения. Нашего отношения? Он ударил меня подушкой. До сих пор проблемы с кратковременной памятью. И проблема с кратковременной памятью. Давайте обсудим это на встрече соседей. Итак, Соник, ты ничего не хочешь сказать Эггману? Да, как бы помягче. Ты ужасный сосед, и тебя здесь никто не любит. Выражай свои мысли так.
Делая то, ты вызываешь у меня это. Ладно, дай-ка подумать. Живя здесь, ты вызываешь у меня гнев. Потому что ты ужасный сосед, и тебя здесь никто не любит. Ты прав. Я худший в мире сосед. Просто я всегда жил один. А как же мы? Роботы не в счет. Соник, мне кажется, что кое-кому стоит быть более терпеливым. Почему бы тебе не попробовать подружиться с Эгманом? Ну, что скажешь? Ой, Эгман, если мы дадим тебе второй шанс, обещаешь исправиться? Конечно! А теперь давайте обнимемся! Не вы. Я мою посуду с помощью губки. Потру я хорошенько, пока не заблестит до скрипа. Тридцать семь, 38, 39. Тройной бонус! Я снова выиграл! Чудесно! Пора спать, уже поздно. Еще раз, ну пожалуйста, что еще делают соседям? Веселиться! Я не против, но разве вы не устали? Орбот? Кьюбот? Они же роботы, бездушные железяки не устают. Эй! Он прав. Как хотите, спокойной ночи. Стой, не уходи! Побудь со мной еще немного, я так одинок. Прошу тебя, сосед. Ура! Эгман все еще живет с вами? Сколько часов вы спите? Ноль. Это вторая часть коварного плана! С минуты на минуту сюда явится его робот-сокрушитель с огромными ногами и жуткими острыми зубами! Стикс, у тебя паранойя. Эгман живет здесь 2 дня и до сих пор не сделал ничего зловещего. Что смешного? Помните, я сказал, что мою крепость уничтожила буря? Возможно, я приврал. Видите ли, я подстроил всю эту беду с крепостью, чтобы напроситься к вам в гости и довести до полного... До полного изнеможения! Вас не хватит сил остановить робота-сокрушителя! Я так и знала! У него был робот-сокрушитель! Почему мне никто не верит? Я не параноик! Хватит меня преследовать! Довольно, робот! Уничтожь Соника и его друзей! Что? Нет, я не это сказал! Мы все еще работаем над деталями. Сокрушитель, не трогай мою крепость! Не смей сносить мой дом! Нет! Нет! Соник, ты должен мне помочь! Почему? Это твой робот. Смотри, а то мне придется жить у тебя. Вперед! Его нужно остановить, но я так устал. У него должно быть слабое место. Возможно, подсказка на земле. Мягкой, удобной земле. Что, в чем дело? Нападение! А, точно. Эгман, ты его создал. Как нам его обезвредить? Одновременно активировав оба рычага, а не в крепости. Там и там. Что за день? Ладно, Эми, Наклз, Стикс, отвлеките этого монстра. Мы с Тейлзом займемся рычагами. Эгман, показывай путь. Может, обнимемся напоследок? Нет.
Замкни процессор кинетического барьера! Давай скорее! Давай, отключи центральную операционную систему! Я знала, что ты придешь, но тебе не уничтожить Стикс, потому что я не уничтожу... Меня не убить! Замкни процессор кинетического барьера! Бой под душками! Да! Нет! Ребята, от моей крепости осталась горстка пепла. Вот я и подумал, может, я поживу с вами еще немного, пока строится новая крепость. Я составлю тебе компанию. Давай поговорим о том, каково это быть соседом. Представь, что этот шарик твоя самооценка. Стоп! Хватит! Нет! Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».Соник-бум. Метеориты — это падающие звезды. Нужно загадывать желание, а не убегать. Хочу пони! Тебе лучше спрятаться. Почему твое желание сбылось? Система защиты от метеоритов. У тебя есть защита от метеоритов? У меня есть защита от всего на свете. Пожары, наводнения, люди, читающие мысли. Ага, начни с метеорита. Защита от чтения мыслей такая же, плюс шапочка из фольги. Кто-то оставил это возле моего дома? Да, почтальон. Это письмо. Письмо, да. Не знаю, бумага завернутая в конверт. Что он скрывает? Что внутри? Стикс, тебя номинировали на наградную награду! Им нужно сменить название. Покажи. Стоп, я же не умею читать. Дай-ка сюда. За спасение деревни мэр приглашает вас на награждение. Ха, как удачно. Можно взять с собой 4 ближайших друзей. Прости, комик-чимп. На чем я остановился? Награждение будет проходить в особняке мэра. Вы отведаете изысканных блюд и пообщаетесь с элегантными гостями. После чего состоится вручение наградной награды победителю. Им можешь стать ты. Я не пойду. Что? Почему? Ну, у меня неделя расписана по минутам. Видишь, завтра порыться в мусоре, среда порыться в мусоре, четверг прививка столбняка, пятница порыться в мусоре. В общем, все забито. Такая честь выпадает раз в жизни. Да, может, даже выиграешь блестящий трофей. Ты же любишь блестящие вещи. Да, я люблю блестящие вещи. Но нет, нет, не-а. Стикс, ты что, боишься идти? Боюсь? Нет. Конечно, нет. Ничуть, не-а, нет. Немного. Стикс, тебе нечего бояться. Взгляни на меня. Я дикий барсук. Я опозорюсь. Какая разница, что подумают люди? Да, на таких вечеринках собираются одни пустомели. Какие пышные у вас усы, полковник Ворчун. Благодарю вас, мадам Вонючка.
Не волнуйся, ты справишься. Я научу тебя быть леди. Леди, это штука, которую бросают в мусор? Нет. Леди — это вежливый и утонченный член общества. И ты можешь стать такой. Урок первый. Не говоря о мусоре. Я пас. Брось, ты сможешь. Ладно, я попробую. Отлично. Настоящей леди необходим эскорт. Зачем я трачу на вас свое время? Нет. Пожалуйста, я не хочу опозориться перед гостями. А, ладно. Но штаны не надену. Спасибо. Спасибо. Если хочешь стать леди, надо упорно тренироваться. Готова? Да. Только один вопрос. Можно взять с собой улитку? Каждое новое знакомство начинай с комплимента. Например, похвали парфюм. Ты не воняешь. И вперед. Это мой спутник. Если он вам не нравится, я вас вырублю. Нет, Стикс, леди не дерутся. Если сомневаешься, оттопырь мизинчик. Раз-два, шаг, раз-два, поворот. Раз-два, шаг, раз-два, наклон. Почему музыка управляет нами? Я не твоя марионетка, музыкант. Я не твоя марионетка. Думаю, она готова. С удовольствием представляю вам леди Стикс и ее спутника, ежика Соника. Вперед, ты справишься. Начни с комплимента. Какой элегантный запах. Наконец-то, еда! Крастини со спаржей? Конопляный пирог? Козий сыр с красным салатом? Эти светские зануды любят такие закуски. Ой-ой, мне пора. Фу, напоминает козий сыр с салатом из помоев. Какое остроумное замечание, мой друг! Салат из помоев? Сэр, у вас хватило смелости выразить вслух общее мнение. Вы обязаны присоединиться к нам. Я? Ладно. Салат из помоев. Вы хорошо подготовились к зиме. Приличный слой жира. Да как вы смеете? Стикс! Что? Это был комплимент. Я ж не сказала, что она не готова к зиме. Добро пожаловать на наградное награждение. Сегодня мы вручим наградную награду за заслуги перед обществом. Один из номинантов получит собственную наградную награду. Вот так. Ну все, я уволю того, кто писал эту речь. Смотрите, какая нелепая шляпа. Сэр, это официальная шляпа дома Джилакпотов, главой которого являюсь я. Но если присмотреться, она действительно выглядит глупо. Что это? Это ваша предсалатная, послесуповая, закусочная, посткоктейльная, трехзубчатая вилка. Простите, извините. Пропустите слово гения. Подвинься, панцирный. Эггман, как тебя... Номинировали? Скажем так, у меня много верных сторонников. Наконец-то пригодился мой робот для бюллетеней. Где-то я тебя видел. Мы знакомы? Начни с комплимента. У вас... большой зад. О, благодарю. Недавно я начал заниматься на велотренажере. Видал, панцирный? Вот так должна есть суп настоящая леди.
Леди и джентльмены, мы готовы объявить победителя этого года. Награду получает... Черепаха Лерой! Да! Яху! 1-0 в пользу Лероя. Черепаха Лерой? Это награда моя! Попахивает надувательством. У меня синдром раздраженного кишечника. Если не отдадите мне награду, я сам ее заберу! С помощью своего робота! Давай, завали их бюллетенями! Это выглядит не столь угрожающе, как я думал. Миньоны, в атаку! Стикс, займись ими! Леди не дерутся. Так вот, откуда я тебя знаю. Стикс, нам нужна твоя помощь. Нет, я должна оставаться леди. Мне надоело быть правильной. Пора выпустить зверя! Я! Держи кулачок, дружище. В следующий раз возьму больше бюллетеней! Больше бюллетеней! Лерой, может, ты и выиграл награду, но все согласятся, что сегодня героем была я. Да, но награда моя. Отдай мне блестяшку! Так держать. Вам идет галстук-бабочка. Спасибо, что спасла нас, Стикс. Похоже, что быть леди не всегда полезно. Я просто следую инстинктам. А меня сможешь научить? Конечно! Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».Бум. Поверни налево! Я не выполняю твои приказы, сама поверни! Почему мы каждый раз об этом спорим? Узрите невероятную мощь осьминога-бота! Очень приятно! Если бы ты перестал бегать. Прости, я занят и не слышу тебя. Бегаю вокруг твоего кальмаробота. Это не кальмар, это осьминог. Разве не видно по размеру щупалец и головы? Соник, мой лазер-антибот. Вижу цель, один выстрел и все, пауку конец. Осьминог, это осьминог. Тейлз, ты ее проверил? Не волнуйся, сработает. Это нехорошо. Надо было посещать уроки катания на бревнах. Давай сюда! Я могу делать это весь день! Передышка не помешает.
Ну, удача отвернулась от вас, так и должно быть! Ведь у меня есть кальмар, то есть осьминог! Теперь и я запутался! Гадость! В следующий раз учите биологию, прежде чем сражаться со мной! Ребята, я не знаю, что произошло. Я знаю, твой лазер чуть не превратил нас в корм для бота. Да, причем в невкусный. Простите, но он не сработал. Может, дело не в этом? Вдруг это вообще не Тейлз, а спящий агент? Крот, который притворяется лисой. Я тебя раскусила. Хватит! Оставь его в покое. Нет, Соник, они правы. Ну, кроме Стикс с ее агентом Кротом. Я подверг вас опасности. Я должен уйти. Тейлз, подожди! Тейлз, ты в порядке? Я не вернусь, пока не починил свой лазер. Ребята, давайте полегче с ним. Да, Тейлз совершил ошибку. Разве вы никогда... О, простите, если напугал вас, пожалуйста. Примите мои искренние извинения. Ты чуть не сбил нас, приятель! Тысяча извинений. Позвольте представиться. Ти Дабл-Ю Баркер. Инспектор маняжа и владелец цирка чудес Ти Дабл-Ю Баркера. Цирк, значит? С клоунами? И слонами! И шоколадными фигурами. Я не знаю, что такое цирк. Увы. Ничего этого у меня нет. Видите ли, мои артисты съели несвежие суши и тяжело заболели. Остались только двое медведей и каскадеров. Как же вы будете выступать? Никак. Дети. Они будут разочарованы. Только не дети. Да, дети. Если бы я мог найти добрых людей, которые помогли бы мне оживить магию цирка. Мистер Баркер, вам повезло. Мы с радостью выступим. Говори за себя, Эми. С чего ты взяла, что я захочу танцевать как медведь? Без обид, ребят. Да, да, я понимаю. Тренировки требуют усилий. Далеко не каждый способен. Способен. Мое второе имя. Я думал, твое второе имя, Ёж. Надеюсь, твой цирк угонится за мной. Я согласен. Чудесно! Я рад, что вы присоединились к нам. Подожди, у нас еще один есть. Тейлз, прием. Мы работаем в цирке. Тейлз? Так-то лучше. Да ладно, дурацкий пульт. Добро пожаловать в цирк, где ваши уникальные способности будут продемонстрированы детям всего мира. Соник, только одно существо способно укротить... Шар страха! Круглая клетка без начала и конца позволит тебе развивать невероятные скорости, оставаясь при этом в ее центре. Здорово! Ты, мой мускулистый друг, отлично машешь кулаками. Но пробовал ли ты поработать головой? Поработать головой? Я понял. А кем буду я? Акробатом? Укротителем тигров? Фокусником, выполняющим трюки, которые никто не видел? Ты будешь грустным клоуном. Грустным клоуном? Я поняла, ты даешь мне глупую работу, потому что я девочка. Готова к номеру на трапеции, босс. Эврика! Я забыл установить противовес для балансировки ускорения. А еще внутри было это. Добро пожаловать в цирк чудес TW Баркера! Сегодня мы продемонстрируем вам чудеса силы, скорости и ловкости. Трюки, которые вы никогда не видели раньше. Конечно, если вы впервые в цирке. Наслаждайтесь! Это не смешно! Это грустно! Вы должны сочувствовать!
сочувствовать грустному клоуну! Узрите шар страха! Последнее испытание. Отлично! Успею посмотреть танцы с роботами. Нет! Сегодня финал сезона! Во сколько начинается шоу? Отличная работа, ребята! Это было здорово! Надо как-нибудь повторить! Да, безусловно. И мы повторим. О! Эй, что за дела? Видишь ли, на самом деле мои артисты не заболели, они сбежали. Когда я услышал о вашей команде, то поставил эту замечательную ловушку. А вы простаки в нее попались. Сама! Слишком поздно, друзья мои. А вот настоящий подарок. Не так-то просто поймать молнию в бутылку. Мне пришлось специально заказать эту клетку у нашего общего друга. Шар страха, Тагман, Индастрис невозможно согнуть, сломать или расплавить. Всего 6 платежей плюс доставка, и он ваш. Закажите прямо сейчас. Ты кое-что забыл, Баркер. Меня. Неужели? Милая, отзывчивая Эми Роуз. Подумай о детях. Дети. Минутку. На этот раз я не куплюсь. Значит, тур по регионам? На случай, если вы захотите сбежать, я заказала этих ребят. Ребята, я починил лазер. Теперь он работает. А где все-то? Соник, ты меня слышишь? Соник! Тейлз, как я рад тебя слышать! Этот циркач поймал нас! Нам нужна твоя помощь! Вас понял, синий лидер. Помощь уже в пути. Вижу большой шатер, Соник. Тейлз! Вытащи меня из этой штуки! Отлично! Лазер до сих пор не работает. Вот это другое дело! Медведи! Мотожуки! В атаку! Выпусти меня из этой ужасной клетки! Я владелец цирка! Отличный полет, дружище! Да, ты молодец! Прости, что назвала тебя двойным агентом. Я не знала, что ты тройной агент. Да, спасибо, Тейлз. Всегда рад помочь. Пойдем отсюда. Что? Нет, нет! Стойте! Вы не можете бросить меня здесь! Вернитесь! 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 Наконец-то я могу выключить эту чушь. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».